О, мне очень жаль, что я вас беспокою. Вы должны быть Аманда, да? Почему ты ко мне пришел? В моей работе есть закономерности, которые управляют нашим миром. И они помогают увидеть будущее. И я кое-что узнал. Я ничего не понимаю. Что ты имеешь в виду? Мы наблюдаем, что происходят кибератаки по всей Земле мирового масштаба. Правда гораздо страшнее. Что за правда такая? Все же будет в порядке, да? Разве не ты говорила, что если ты еще не параноик, значит еще не поздно? Разве ты не должен был следить за тем, что происходит сейчас? Ведь тогда бы это не произошло. Мы не вернемся к нормальной жизни.